Это мы в его мире сейчас. Получается так. А какой мир настоящий? Или они оба не настоящие? Или оба настоящие. Или оба настоящие. Холодрыга какая, мне прям холодно стало. А вот это на стенах ты видишь? Да. Руки? Да, вижу. Просто вот то, что мы сейчас идем, такое ощущение, что как бы все равно намекают на то, что было куча попыток пройти вот так. Хоть нам и не показывают их. Весной ты проросло. За лето и осень ты выросла. А теперь в конце зимы ты зацветешь. Это последний момент твоего пребывания в облике человека, лунное дитя. Сожги наш контракт и стань свободной. Да нет, ну не прыгать же. А, поджечь? Так оно и так горело. Надо поджечь дерево? В центре надо поджечь, в центре. Да-да-да, вижу, там жаровня. И опять все погасло. Подожди, я зря спрыгнул. Почему? Нет, вроде нормально. Тебе нужно еще раз зажечь и еще раз там поджечь. Угу. Просто дерево-то дальше растет. Да-да-да. Вот пока ты его поджигаешь, оно растет, насколько я поняла. Нет? Ну, типа того, наверное. Вот сейчас ты подожгешь и перепрыгиваешь обратно. Еще раз. Вон, видишь? Ага. А здесь? А, не все горит. Ну я спрыгиваю, я так понимаю, да. Опять. Зажигаешь опять. Смотри, сколько крови. Кошмар. А что за шипы сверху? А, это сосульки. Сосульки. Представляю, как тут холодно. У меня потухло. Угу. Так, я замерзаю. Да. Успеешь обратно? Ты чего? Глюки. Все, замерз? Да блин, ну я же не виноват. Видимо, так задумано было. И, возможно, я мог... Точнее, даже не задумано. Видимо, я мог умереть и в других местах еще. Тебе сразу надо бежать, получается. Да. Просто ты такой ловкий, ни разу пока еще не помер до этого. Ну да, просто вот эти кляксы кровавые. Сколько их было уже. Опять погасло. А, на ту сторону. Ясно. Тут главное дойти было. До этого места.
А мы обратно пошли. Точно, да. Можно было перепрыгнуть и... Ах, ну ладно. Тоже вокруг. Еще раз попробую поджечь. Да-да-да. Что ж ты так падаешь-то легко? Так. Налево. Что? Я вроде пока не могу. Да, не могу. Стоп, могу. Или она сама прыгнула, я даже не понял. Замерзаешь. Туда прямо беги. А, все. Эту штуку, наверное, надо было поджечь. Ну, а где там огонь брать, я не понял. Тебя поставили куда нужно. А, и вот здесь ты выскочил, кстати. Да, вот мне здесь надо было налево, налево получается, пройти, а не направо. Да. Вот теперь я смогу спокойно пройти здесь. Здрасте. Опа. А что это значит для нас? Возможно, сверху чаши не будет какой-то. С огнем. Еще раз поджигаю, а? Обновить, чтобы... Вон там внизу. Да. Видишь? Возможно, мне надо было вниз пройти. Не-не-не. Я... Успеешь по лестнице? Тухло. А дальше куда? Не вижу. Не сюда. А левее туда можно было пройти? Странно. Куда левее? Вот там где-то зажигал, перепрыгнуть. Ну ладно. Нет, там обрыв же. Может? Или стена. Ну что такое? Обрыв там, по-моему, был. Правда, перепрыгнуть, возможно, можно было бы. Подожги еще раз. Можно было перепрыгнуть, по-моему. Да, там можно было перепрыгнуть. И поджечь там... как раз. Да. Да, блин. И чего? Пока самое дурацкое место.
стоп. А, нормально. А вот оно, это место. Теперь наружу получается. А, тут прикол в том, что она упала и подожгла дерево, оно начало расти, теперь бежать надо, а не стоять. Точно, да. Вот в чем прикол, тут на скорость. Тебе, видимо, нужно успеть на него запрыгнуть, потому что там дальше бежать некуда. Оно как-то очень быстро растет. Я не вижу. Спрыгивай. Ох, нормально. Это был. Только не говорите, что опять по темноте идти. Так, стоп. Это же то же самое. Да-да-да. Нет, подожди, почти то же самое. Не совсем. В том же месте. Там не было такого мостика. В черном? Нет, ты не в знаю. Белом с черным плащом. Ну да. Он спал, что ли, там? Спал, похоже, да. Ну или отдыхал раненый. Это Солидор, насколько да, я понимаю. Да. О, как. За ним прятаться.
Мне его, наверное, от этой штуки защищать. Что он сейчас запустит? Хотя я не уверен, что нужно от нее защищать его, но... Лучше перестраховаться. Мне кажется, что это так. Хотя... Понятно. А зачем здесь штуки эти, за которые цепляться надо? Не знаю. Краям. Пока не знаю. Дотянуть их можно, да? Да я думал, я держусь за нее. Фу. Его, может быть, можно загородить? Его защищать надо. Защищать все-таки. Его все-таки надо. До этого тень как бы разрывалась. О! Дай. А тут она, получается, не разрывается, меня это сбило с толку. Нет, ну ты правильно же делал до этого. Я подумал, что это не играет роли. Иди. А, я поняла, ее надо сдвинуть, там, видишь, пролом. Он пройти не сможет. Да, точно. Так, надо его защитить. Иди двигай. В принципе, он ничего не сделает, если ты будешь перед ним. Можешь двигать спокойно. Тимворк. Вон там. Еще раз, наверное, придется подойти. Бо. Там обрыв спереди. Угу. А, ты можешь бить его? Я думаю, надо было сделать так. Я на самом деле даже не сразу понял, что управление отпустили. Хватайся. Успеешь? Нет, сначала защитим. Угу. Тебе сначала туда выдвинуть надо. Ага. Да почему же ты не хватаешься? Иди защищай теперь его. Как? Ладно. Ты с другой стороны тяни. Там еще сложнее обычно получается. Потому что не видно. О, схватилось. С этой стороны он тебя, наверное, не сдует просто. Вот еще. Ну, покувыркаюсь немножко, явно. Иди защищай. Ой, я могу держаться все-таки за эту штуку. Как так? Тебе надо рядом с ним быть прям. Чтоб он за тобой прям стоял. Ну, хотя бы с этого места. Смотри, ее сдуло. Ага.
как-то в обратную сторону. Странно. То есть далеко от него отходить нельзя? Да. Законы физики не очень работают. Ну, правда, это магия всякая, но все равно. Он так мало проходит, он мог дальше проходить. Ты впереди него можешь идти, тебя начнет сносить, ты хватайся просто, чтобы тебе за ним не плестись. Ран отпустился. Давай, быстрее. Быстрее. Времени уже просто мало, мы близко находимся. Так, вставай. Вставай. Куда вставай? Да все, иди. Нахватайся. Просто я думал, не сработает, ты немножко правее был. А, в том плане, что его зацепит? Да, я боялась, что его зацепит. А, блин. Что не так? Может, потому что она слишком справа. Упс. Быстрей! Фу! То есть левее немножко ее, может быть, сдвинуть. О. Нормально. Лови меня! Куда ты пошел? Фу-фу-фу-фу! Быстрей! Фу. Ну, вы даете. Бей, гада. Да что такое? Я думала, это все уже. Смотри, бежит как быстро. Ага. Он тебе предлагает забраться. Седая. Угу. Да нет, это свет, наверное, так падает. Или седая все-таки. Кишочки. Угу. Чьи? Дракона. Да и не только, похоже. А где этот парень-то? Солидор. Солидор, который... Да, не видно. А помнишь, мы видели тела, там, скелетики, вот очень похожи на него были, на Солидора. То есть, получается, наверное, он тоже... Пытался. Проделал, да, такой Нет, так путь его сюда. Показывали в конце, его там сбросили. Ну, я не знаю. Мало ли там, чьи скелетики. Я уменьшаюсь? Да. Менее.
Луна и солнце. Да, да, да. Небесный мост закрывается. Время продолжает свой цикл света и тьмы. На один короткий миг день на горизонте встречает ночь, когда луна, наконец, возвращается домой. Торан. Ну, все получается. Ну Петрони, да. Конечно, казалось бы, из простой вещи сделали целую игру. Целый процесс, целую сказку, скажем так. Мне понравилось. Мне очень здесь музыка понравилась. Но при этом я бы сделала замечание по поводу работы со звуком в этой игре. Потому что очень часто были такие моменты, когда хотелось каких-то звуков, но была тишина. То есть что-то двигалось, что-то происходило, но при этом не хватало звуков. Звукового сопровождения. Ну, у игры вообще техническая часть очень слабенькая, конечно. Но при этом все равно так. В каких-то местах очень жестко, в каких-то местах очень миленько. Своеобразная такая игрушка, конечно. Поначалу, вот первую половину игры у меня просто взрывался мозг. Я не понимала, что происходит. Вот под конец игры уже стало понятно вообще, кто есть кто. И, в общем-то, и раскрыли все. Что интересно, Саша за всю игру вот только вот на предпоследнем этапе вот помирал. Видимо, подразумевало, что ты раньше можешь умереть много раз. Ну, судя по вот этим вставкам, воспоминаниям, как бы получается, что да, как бы планировалось то, что, наверное, смерти будут и раньше. И много. Насчет много не уверен. Но мне игра не показалась сложной. Не везде она такая понятная, что ли. Что делать? Ну, я уж молчу про сюжет в самом начале, когда действительно столько вопросов. А так, прикольно. Это то есть мы как бы запустили дальше процесс мира? Да, он не останавливался, в общем-то. Ну как? Он как бы останавливался, получается, пока мы... Хотя нет, подожди. Ну, да, получается, не останавливался. Нет, там же все равно шло своим чередом, просто тут все вушкаются, какими-то своими делами занимаются, войнушки, фигушки там, рождаются, помирают. Короче, на мой взгляд, приключение получилось достаточно интересным, несмотря на мелкие шероховатости. То есть игрушка явно уровня инди проекта, поэтому... Есть похуже, есть получше инди. Ну. Да, я не вижу смысла к этому придираться. Она играбельная, геймплей мне понравился. Меня все устраивает. Надеемся, и вам понравилось это прохождение. Оставайтесь с нами, увидимся. Всем пока. Всем пока.